Всем привет! Перед вами электротриммер FK8092. Это бытовая модель. С ней будет комфортно работать на участках до 50 квадратных метров. Что для этого нужно? Вот такая катушка с леской. Вес триммера в принципе небольшой, 3,5 килограмма, а с плечевым ремнем он практически не ощущается. Надевайте ремень через плечо и можно приступать к работе. В этом деле в первую очередь важна безопасность, поэтому у инструмента есть защитный кожух увеличенного размера и фиксатор вилки в розетке. Это специальный карабин, который исключает случайные рывки кабеля. К сожалению, триммер не подходит для кустарников и жесткой травы, так как у него нет ножа. Но для стрижки газона эта модель будет в самый раз.